я и обещал, обзор свеженькой, чистенькой, новенькой. Все зимние каникулы я проходил вот именно в таких сапогах, но без этого узора. Давило минус 30, минус 36. Эта обувь не замерзает вообще. Потому что здесь, смотрите, есть войлок. Войлок. Везде войлок. Натуральная чистая кожа. И вот посмотрите, благодаря вот этой вот прослойке на подошве снизу, вам не будет холодно никогда.